Единовременную выплату в размере 5000 рублей получат пенсионеры в начале следующего года. По словам специалистов, никаких заявлений на разовую компенсацию горожанам писать не нужно. Сумма им будет выдана сразу при получении пенсии. По данным ПФР, в общей сложности доплату получат более 390 тысяч жителей Хабаровского края. На эти цели затраты с федерального бюджета составят около 2 миллиардов рублей. Если индексация страховых пенсий в этом году была только неработающим пенсионерам, то компенсационная единовременная выплата будет выплачена всем пенсионерам, независимо от факта работы. По мнению специалистов, единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета. А уже с 2017 года индексация пенсии вернется к прежнему порядку.